названы имена молодых педагогов, победителей ежегодного конкурса призвания. Финальный этап конкурса состоялся в центре внешкольной работы. Перед зрительным залом 5 финалисток представили свои визитные карточки и ответили на вопросы ведущих. Анна Васильевна, а о чем вы мечтаете? Прежде всего, я мечтаю достичь определенных успехов в своей педагогической деятельности. Третье место заняла учитель иностранного языка школы номер 12 Анна Колпакова. Второе – воспитатель детского сада номер 26 Анна Гуршунова. Победителем конкурса призвания, опередив 17 конкурентов, стала учитель русского языка и литературы школы номер 18 Юлия Субботина. Я думаю, каждый из вас помнит свой первый в жизни урок, помнит свой первый год работы в школе. Я думаю, что если вы выдержите это испытание, отработав год, не сдадитесь, то впереди у вас будет целая жизнь, жизнь учителя. А это значит жизнь интересная и все равно жизнь благодарная, поскольку признание детей будет всегда. Финалистам были вручены дипломы и подарки.